Глава государства выступил на церемонии и поздравил членов семьи Каракараева, музыкальную общественность и народ Азербайджана с открытием этого памятника в преддверии дня рождения гениального композитора близ дома, где он в свое время жил. «Каракараев – великий сын азербайджанского народа, большая личность, гениальный композитор», – сказал президент Ильхам Алиев. Напомнил, что он достойно представлял Азербайджан во всем мире, рассказал о работе по увековечению памяти Каракараева, отметив, что произведения композитора бессмертны. Назвав Каракараева нашей национальной гордостью, глава государства рассказал о его неоценимых заслугах в развитии азербайджанской классической музыки, отметил, что выдающийся композитор также был прекрасным педагогом, и его последователи обогащают азербайджанскую музыку, искусство и культуру. Глава государства рассказал о дружеских отношениях великого лидера Гейдара Алиева и Каракараева, основанных на взаимном уважении и симпатии. Напомнил, что гениальный композитор в советский период был удостоен самых высоких наград. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что произведения одного из видных представителей азербайджанской культуры Каракараева стоят на вершине пьедестала азербайджанской музыки. Говоря о богатстве музыкальной культуры Азербайджана и важных мероприятиях по ее популяризации во всем мире, глава государства подчеркнул значимость проведения в нашей стране различных международных мероприятий, фестивалей и конкурсов мирового уровня, отметил осуществляемую работу по сохранению памятников культуры и искусства. «Особое значение для развития любой страны имеет ее культурная жизнь», — сказал президент Ильхам Алиев и рассказал о любви нашего народа к национальной музыке, родному языку, литературе и искусству. Ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, рассказал о внимании великого лидера Гейдара Алиева к деятелям культуры и искусства и отметил, что президент Ильхам Алиев продолжает эту традицию. Ученик Каракараева, народный артист-композитор Ариф Меликов, отметил значимость возведения этого памятника с точки зрения доведения до будущих поколений богатого музыкального наследия Каракараева. Сказал, что горд быть учеником гениального композитора. Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, отметил, что произведение видного композитора любимо во всем мире. Подчеркнул, что Каракараев познакомил Азербайджан с мировой музыкой, а мир с богатством азербайджанской музыки. Сын выдающегося композитора, заслуженный деятель искусств, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, композитор Фарадж Караев выразил благодарность главе государства Ильхаму Алиеву за внимание к памяти Каракараева, отметил, что место для памятника выбрано успешно. С благодарностью отметив работу, проделанную великим лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым по увековечению памяти Каракараева в нашей стране, Фарадж Караев добавил, что автор памятника народному художнику Фазилю Наджафову удалось раскрыть внутренний мир композитора. Затем глава государства открыл памятник. Каракараев вошел в историю культуры и искусства Азербайджана как выдающийся композитор и педагог. Народный артист СССР, герой социалистического труда и лауреат ряда других престижных премий, депутат Верховного Совета СССР, академик Национальной Академии Наук Азербайджана Каракараев внес неоценимый вклад не только в азербайджанскую культуру, но и в мировую музыкальную сокровищницу. Его прославленные и вошедшие в Золотой фонд музыкальной культуры балетные произведения, симфонические поэмы, симфонии, камерные инструментальные произведения, музыка, написанная для кинофильмов, фильмов и театральных постановок считаются жемчужинами мировой культуры. В завершение была сделана фотография на память.